Культурно-просветительский центр «Царский» с началом осени открывает 10-й сезон концертных и просветительских мероприятий. Сотрудники центра подготовили разнообразную программу и с нетерпением ждут посетителей. 18 сентября в 18:00 стартует второй сезон киноклуба «Хорошее кино». На первом заседании клуба состоится показ фильма «Карьера Димы Горина», производство СССР, 1961 год. Режиссеры: Фрунзе Давлатян и Лев Мирский. В ролях: Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова, Владимир Селезнев, Владимир Высоцкий, Евгений Кудряшов. Несколько слов о фильме. Дима Горин работает в городской сберкассе. Идет на повышение, но совершает финансовую ошибку. Он случайно выдает лишнюю сумму человеку, который работает в тайге на строительстве. Чтобы вернуть деньги, Дмитрию приходится отправиться в тайгу. Там он открывает для себя совсем другую жизнь, которая ему по душе, и встречает девушку, о которой мечтал. Вход на все мероприятия за пожертвования. Адрес центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Телефон для справок: плюс 7 343 371 71 67.